Председателя ревизионной комиссии. 10 минут. Так, больше, куда меньше. Выборы делегата на съезд. Утверждение плана выставок на 2014 год. И разное. Предлагается закончить собрание к 2 часам, для того, чтобы нам приготовить залы к сегодняшнему открытию нашей отчетной выставки, которая уже по традиции открывает зимний Суриковский фестиваль искусств. Кто за данную повестку, прошу голосовать. Кто против? Дорогие друзья, вентиляция была. Сейчас сидели вот с Сан Санычем, рядом разговаривали. Могу громче. Интересно. Сидели рядом с Сан Санычем, разговаривали по поводу организации. Он меня спрашивает, какая у вас организация в Новосибирске, сколько там человек. Я говорю, 88. Ваша организация самая большая в Сибири. Я думал, что 200 человек вы уже перевалили этот рубеж, но все-таки немножко еще не добираетесь, 191. Но тем не менее, действительно, Красноярская организация – это самая большая организация сибирская. И так уж получилось, что мы, конечно, можем переживать Новосибирск, но как-то так получилось, что Центр изобразительного искусства постепенно все Красноярск к себе перетягивает все дальше и больше, начиная с системы образования, кончая действительно достаточно большим союзом. Вот я смотрю, Сергей Евгеньевич, наверное, полчаса только читал список союза. Поэтому объективно сложилось так, что действительно в Красноярске самая мощная организация и очень много хорошего наработано в этой организации. Во-первых, то, что вам удалось с наименьшим количеством, наверное, потерь пройти все 90-е годы, сохранить всю организацию, сохранить хозяйственную базу организации. Понятно, что есть проблемы, проблемы есть в любой организации, но только когда сидишь в своем городе, кажется, что вот у меня проблемы больше, а вот у соседей такая красота. Нет, уверяю вас, что в каждой организации свои проблемы. Не приведи, Господи, вам встретиться с теми проблемами, которые были в Новосибирске. Ну, соответственно, я, наверное, не испытаю тех вопросов и прелестей, которые были у вас. Я вас поздравляю с очередным собранием. Можно только как-то так даже в чем-то удивляться, что они у вас проходят с завидной регулярностью и с завидной правильностью, чтобы я сказал, ничего не изменяется у вас. И позвольте зачитать телеграмму от секретариата, подписанную первым секретарем Николаем Ивановичем Боровским, телеграмму от секретариата вашему собранию. Уважаемые коллеги, секретариат Союза художников России приветствует участников отчетного собрания Красноярской организации Союза художников России. Красноярская организация является примером для многих отделений благодаря сплоченности коллектива, активного участия на высоком профессиональном уровне выставочной деятельности Союза. Благодарим правление и председателя организации за образцовое проведение региональной молодежной выставки. Поздравляем вернисажем краевой художественной выставки, которая открывает зимний Суриковский фестиваль искусств. Первый секретарь СХР Боровской Николай Иванович. Ну, собственно говоря, с чем я вас и поздравляю. И желаю плодотворной работы сегодня. Владимиру Викторовичу также выпала почетная честь. Год был действительно очень творческий, с огромным количеством больших, серьезнейших выставок. Эти выставки не прошли незамеченными для нашего руководства Союза художников. Поэтому вот этот стол сегодня достаточно такой богатый. И Вадим Викторович вручит медали Союза художников, золотые и серебряные. Так, это я понимаю, медали за Сибирь, да? Ну, выставка Сибирь прошла, красноярская экспозиция «Кто небо» была очень внушительной. Господин Форостовский мучился долго, составляя экспозицию. Мы ему все помогали, как могли. Позвольте вот от имени оргкомитета выставки Сибири, от секретариата Союза художников России вручить золотые и серебряные медали за произведения художников, представленные на выставке Сибирь. Волокитин Александр Иванович, золотая медаль.
Лариса Владимировна. Афонов Юрий Николаевич. Это Нарис. Я думаю, что Нарис вас правильно. Потому что по достоинству отмечено творчество Юрия Николаевича. Действительно были очень замечательные работы на выставке. Серебряные медали попечет Сергей Владимирович. Покажи медаль, покажи. Ирышкин Антон Владимирович. Гринёв Олег Витальевич. Хворостовский Сергей Викторович. Лебедь Ольга Михайловна. Не надо нас обронить. Постникова Анна Николаевна. Достигла наша молодежь, потому что это высокие награды Союза художников России. Но я хочу сказать, что не только Союз художников России отметил наиболее выдающихся мастеров. Я попрошу Анатолия Павловича вручить медаль достойному Волокитину Александру Ивановичу. Помоги. Саня, давай. Переятнец Владимир Иванович. Владимир Анатолий Петрович, Илья. Пожалуйста, выйди, вручишь от меня. Замечательная персональная выставка Анатолия Петровича проходила в залах Академии художеств. Художников отмечены Потапова Юлия. Хусенов Куршет. Мещерякова Надежда. Шалан Павел. Иванова Надежда. Назаров Сергей. Региональных выставок, которая прошла в этом году в нашей стране. И дипломы лауреата и вот такая медаль лауреатская Сергину Валериану Алексеевичу. Как же вы без медали так ставите, да? Молодец! Привет! Теплову Валентину Павловичу. Будину Виктору Николаевичу. Семеновой Наталье Алексеевне. Бычинский Владимир Николаевич. Я пришла.
Воинов Константин Семенович. Молодец. Поздравляю. И Кудринский Валерий Иннокентьевич, к сожалению, он позвонил, он плохо себя чувствует. Но давайте поздравим. Дипломы выставки получили Клюев Александр Анатольевич. Соснова Елена Анатольевна. Кузьмина Татьяна Николаевна. Артемьева Светлана Сергеевна. Осипова Анна Афанасьевна. Орлова Алевтина Николаевна. Верпета Ирина Юрьевна. Суриков Александр Викторович. Сорокин Александр Викторович. И Романова Валентина Александровна, почетный член нашей организации. Большой вклад и помощь нашей организации. Конечно. У меня по поводу выставки «Арт Красноярск» хочу вручить дипломы выставки Гинтер Светлане за участие в проекте «Ноев ковчег». Где нет? Здесь. Здесь она? Где нет? Здесь. А Михаил Бирюков, прошлогодний еще диплом лежит. Это за «Графика солнца. Сибирь. Майорка». Ему так и не вручили. Нет? Гусина Серафимовна и уважаемые коллеги, товарищи. Я не представитель Краевого совета ветеранов, я первый заместитель председателя Краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. А позвольте мне поблагодарить вас, многочисленный творческий коллектив, за ту полезную эстетическую и патриотическую работу, которую вы делаете посредством своих картин в нашем Красноярском крае. Мне очень приятно осознавать, что наша уже, так сказать, организация художников Красноярского края является одной из самых многочисленных в Сибирском округе. Это очень приятно. И позвольте мне от имени Президиума Краевого совета ветеранов вручить наши ветеранские награды. Отдельный вам, товарищ. Так. Валентин Дмитриевич Коротков награждается медалью за заслуги. Нет его, да? Есть. Я правильно. Владимир Алексеевич Зеленов. Я думала, я молодая. А вы не только ветеран. Спасибо. Само спасибо. Виктор Николаевич Путин. Юбилей со дня рождения. Спасибо вам за работу. Уважаемые товарищи, ваше итоговое собрание приходится на заключительный конец 2013 года. Мы вступаем в новый 2014 год. В 2014 году мы надеемся, все будем жить лучше. В 2014 году мы вступаем практически в подготовку проведения великого праздника для советского народа 70-летия Великой Победы. Я желаю всем вам, и пожилым, и молодым, дожить до Великой Победы